Фильм шестой. О создании, этот фильм о создании первых милицейских отрядов на юге России. Фильм представлен городок, который терроризирует банда. Что очень перекликается с сегодняшней действительностью. Поэтому, может быть, фильм, к несчастью, еще актуален. Может быть, у него есть и художественные особенности, тогда бы он смотрелся как историческая картина. Но, к сожалению, жизнь такова и сурова, что это имеет место к сегодняшней действительности. Еще не все зло изжито. И, к сожалению, человекообразные люди иногда желают друг другу зла. Вот об этом и рассказывает, и повествует эта картина. Даже, может быть, не о создании милицейских отрядов, а о добре и зле. Ну, по крайней мере, я так ее прочитал, когда мне предложили сценарий этого фильма. Снимал режиссер, который имел большой опыт в постановке вестернов. Это Самвел Гаспаров, режиссер. И мы, я помню, с большим увлечением и упоением работали. Сам режиссер превращался в мальчишку, когда дело доходило до ограбления поезда. Он увешивался себя, так сказать, он был в ремнях, с двумя или с тремя пистолетами, с косынкой на голове. Он впадал в этот азарт или, может быть, впадал в детство, в хорошем понимании в детство. Это продолжение игры в «Казаки-разбойники». Хотя мы понимали, что мы снимаем довольно серьезную картину.